Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, дубль 2. Вот уже темнеет. Я взял такие деньги. Взял такие деньги, чтобы купить билет до Гомеля. У меня все документы на руках. Я еду в санаторий. Оказывается, это круто. Там есть возможность пользоваться всеми услугами санатория. Все будет супер, супер. Супер, супер. Как я давно ждал этого момента. Я вообще не жду таких комплиментов. Просто я по жизни живу. Еще пару роликов, и там будет темно. По такой аллее пешкодралом езжу я. На морозе минус 6 градусов. Скушал всего лишь 4 вишенки пьяные. Чувствую, что мне уже хорошо. Да, конечно, на морозе это все быстро выветривается, но до чего дошел организм? 4 пьяные вишни, и ты уже счастлив. Вот дойти еще всего лишь 2 километра, может 1.5, а может и километр, если бы по прямой, но прямых путей особо не бывает. Жаль, да? Я заметил, человеческую натуру все время ходит кругами. Или это только я такой? Потому что вместо того, чтобы поехать сразу взять деньги, я чего-то понадеялся на смайл-бус. Думал поехать не на автобусе, а на бусе. Позвонил. Просрал. Не знаю, сколько сейчас. Баланс не смотрел, получается. Ждал. Ждал, вас свяжут, все операторы заняты, вас свяжут, короче, минуты 3 я точно ждал, и тут связывают, говорят, Иисус Петрович, едем мы в такое место, как Гомель. Ноу-хау. Вот. Едем в Гомель. Вы чё? В санаторий чонки никто не едет. Я сразу пешкодрал, подрываюсь на автовокзал в надежде. Дайте мне билетик. Она говорит, билетов полно. Я тут понимаю, что деньги дома. Какая Акасия. Едет автобус. Тут одна остановка. Я лучше пройду пешком. Сейчас тебе еще.